Привет! Сегодня я попытаюсь вам поведать еще три очень важные составляющие, три негативные привычки, которые мешают нормальному человеку стать успешным, счастливым и богатым. У кого-то они есть, а у кого-то их нет. Обратите на это внимание, обратите внимание на себя. Просмотрев сегодня мое видео, полностью проанализируйте все свои действия в течение дня, в течение недели, в течение месяца. И обязательно, если вы имеете такие негативные привычки, необходимо от них избавляться. Ну и если вам нравится мое рвение помочь людям быть счастливыми, здоровыми и богатыми, поставьте мне сейчас лайк и давайте я вам все быстренько расскажу. Негативная привычка номер один – это ожидание неудачи. Что бы вы ни делали, многие люди сразу начинают проговаривать про себя такую фразу: «А что, если у меня не получится?» Вот эта негативная привычка и разрушает вот это положительное биополе, положительную ауру, которая изначально формируется вокруг вас. Что бы вы ни начинали делать, что бы вы ни хотели делать, необходимо на начальном этапе сформировать уже положительную историю и окончание всего этого мероприятия. Что вы будете делать? Неважно, печете вы пироги или будете начинать какой-то бизнес. Привычка номер два. Это бубнение под нос. Постоянное недовольство любыми окружающими действиями. Абсолютно любыми. Пришел в магазин, продавщица делает не то. Она мне не нравится. В общем, постоянно излучаете вокруг себя негатив. Вокруг, что бы кто ни сделал, президент плохой, не знаю, сосед плохой, Петр Петрович плохой, он неправильно делает, тот неправильно делает. Постоянное вот это бубнение под нос, что все неправильно. Люди, любые люди на любых ступенях, от соседки до президента, все делают неправильно. У вас должны возникать только положительные эмоции. Ну и третья привычка, самая страшная, самая темная, самая опасная, это зависть и ненависть к окружающим. Зависть и ненависть — это родственные две привычки. Биоэнергетики об этом говорят. Если у вас и одна, и вторая привычка формируется, проанализируйте свои действия. Это очень страшно. Как для вас, для вашего счастья, для вашего бизнеса, для ваших денег, так и для окружающих. Отрицательная энергия этих двух страшнейших привычек просто сжирает и уничтожает ваше биополе. А с этим уничтожают ваше счастье, все начинания, в итоге уничтожают ваше благосостояние, ваше богатство, может уничтожить полностью и ваш организм. Также от всех этих привычек могут возникать и болезни, и болезненное состояние. Эти две привычки практически никогда не дают шанс человеку на счастье, успех и благополучие. Постоянно работайте над собой, избавьтесь от этих негативных привычек, и будет вам счастье. Если вам понравился сегодняшний мой совет, сегодняшний мой рассказ, не забудьте меня поблагодарить. А лучшей благодарностью для меня будут ваши лайки, ваши комментарии, слово спасибо в комментариях. Также, если вы поделитесь с друзьями данным видео, пусть они тоже будут счастливыми, здоровыми и богатыми. До новых встреч на моем канале и встретимся еще.